Всем привет. Всем привет. У нас так морозно на улице. У нас на улице холодно, очень. Сколько градусов, знаешь? Ну, 20 с лишним. Ого. Вот, мы сейчас поедем за Максимом. Нам, кстати, надо сделать елку. Короче, мы даже не знаю, с чего начать. Надо, Максим хочет поучаствовать в конкурсе. Нужно сделать эко-елочку. Не знаю, успеем мы сегодня ее сделать или не успеем. Сроки уже практически вышли. Уже их нужно отвозить, эти елки, из школы. Короче, у нас остался один день. Да, завтра, скорее всего, уже все. Вот завтра Макс утром может еще отнести, а дальше уже не получится. И еще там еще один конкурс. Новогоднюю игрушку можно сделать. Вот мы хотим во всех этих конкурсах поучаствовать. Максим хочет. Ну да. Ну а чтобы Максим поучаствовал, надо, чтобы мы тоже были задействованы. Надо ему помочь. Вот. А дальше... Мы, кстати, ребята спрашивали, где наш фит. Наверное, кто-то подумал, что такой он, короче, до Краснодара съездил и развалился. На, держи. Рассказывай. Вот. Так нет, на самом деле фит на месте, все с ним нормально. Единственное, короче, я ездил на нем, стоял в пробке, как ни странно. В общем, я последний в пробку встал. Стою, ну и как бы ничего не предвещает беды. Звоню Свете, говорю, я вот поехал за Максимом в школу. И буквально через минуту я уже никуда не еду. Чувак, короче, сзади ехал. Он, ну, видимо, в телефоне залипал, либо что, не знаю, короче. Что-то, видимо, он отвлекся, потому что он даже не тормозил. Он как шел, так и шел. Как дал в этого фита. И все, в общем, фит немного зад у фита немного, да, разлетелся. Вот, сейчас он находится в ремонте. Ну, вот как-то так. Поэтому мы катаемся сейчас на другой машине. Фит ремонтируется. Поэтому вот так вот. А так, фит, все живое, все нормально. Все классно. Краснодар пережил. Он вообще прям... Он говорит, еще хочу. Хочу еще поехать. Так что я думаю, что мы... Ну, мы только году, за. В этом году, да, поедем. Опять. Наверное. Вот, как-то так. Ну, а сейчас нам надо ехать уже, поэтому... Поехали. Надо Макса ехать, забирать со школы. Да, сейчас он уже скоро позвонит. Я думаю, буквально с минуты на минуту. А мы еще возле дома. О. Забрали Макса мы. Макс сделал поделочку, показывай. Ну, такой вот цветочек. Ну, прикольный такой, да? Это на клей, да, это сделано? Да, на клей. Молодец. Молодец, ну. Огурец. Делаешь. Все, поехали. Сейчас мы поедем. Фикс прайс. Да? Поехали. Надо Максу еще клей купить, карандаш. Поешь фикс прайс? Да. А что ты хочешь там? Что-нибудь, да, надо взять стопудово, да? Максим любит фикс прайс. Поехали. Максим увидел фикс прайс, так обрадовался. Давно мы с Максом здесь не были. Ну, потому что там всякие интересные штучки продают, поэтому... Максим, там собачки какают. Ходи по тропинкам. Не вижу. Так засыпано снегом. Максим под деревьями снег. У Макса оторвался помпончик от шапки. Ну, так тоже нормально. Такой взрослый прям, без этого помпона. Смотри, мишура уже продается. Да, уже к Новому году все продают. Мишура там всякая. Кстати, давай там гараж там заедем. Зачем? За елкой? За елкой. А, за ледянкой? Угу. Ну, тебе зачем сейчас ледянка? Собрался куда-то. Во дворе горки строим. Так. А что нам нужно-то здесь? Так, нам надо... Максим, надо клей взять. Да, клей надо. Вот, есть клей. Где клей? Вот, наверху. Вот. Вот это такой, да? Экстра. Два надо. 79 рублей. Да хватит, два тебе. Знаешь, почему? Почему? Если мы смотрим. Один в... Ну,
получается, один домой. Дома есть клей. А, ну да. Ну да, смотри. Да, один в пенал, другой в ручки. На умелые ручки у нас Максим ходит. А то Максим так говорит, в ручки. И непонятно, что за клей в ручки. Так, все? Ну, конечно, куда же без этих штучек. Ну, конечно. Теперь тяжелый выбор предстоит. Ну, давай, выбирай что-нибудь. Пошустрее. 20 туда надо. Еще вот. Одну 10. А, там и 20, да. Какая-то игрушка сейчас выпадет. Ну, что там, брелок? Брелок. Покажи хоть нам-то. Соник. Соник. Черный. Черный Соник. Ну все, пойдемте. Подожди, я жвачку хочу. А, ты ему сколько там десяток дал? На, мне тоже выбей этот. На. Жвачку. Я жвачку не буду, я тебе. Грязными. А что ты хочешь еще? Максим. Блин. Кого? Я опять хотела жвачку купить. Еще один брелок. А куда тебе столько брелков? Ну, это взрываются эти пакетики. О, у меня такие были. У нас такие продаются возле дома. Туда три надо, Максим. Капец. Банан у нас стоит 2 рубля. Сколько они, Максим, у нас стоят в магазине? 40. Ну, тут получается дешевле еще. Ладно, мое. Все, пойдемте. Что-то здесь такая движуха. Людей столько. Прям очень много. Ой, чуть не упала, скользко так. Ты хочешь ее сейчас взорвать? Да. Ну что, ее в кармане таскать опасно. Ну, давай. Взорвется еще. Ну ложись здесь, Максим, не убегай далеко. Что там делаешь? Я шарик пытаюсь надавить. Так ногой, наверное, надо. Мне надо пакетик там взорвать. Наступи на него ногой. Ты же раньше так делал. Ну, сюда положи, наступи, потом уберем. Валим. Валим, говорит. Сейчас упадет человек с велика. Не трогай, она всегда долго начинает. Но она сейчас пока раздуется, потом хлопнет. Угу. Что за ерунда, блин? Ну, 30 рублей. Она, наверное, замерзла. Ну, зачем ты туда так кинул? Надо было сюда кинуть, посмотреть же, что, как она. Там происходят какие-нибудь процессы или она просто лежит? Я не слышу, тут машины ездят. А долго она должна вот так вот? Да она уже должна была хлопнуть, по идее. Да нет. Я фасоли брал, вот так подождал, ну ждал. В итоге пошел, она как бахнула. Ну ничего себе. Она хоть раздулась? Бракованная попалась, видимо. Либо, блин, Максим, я второй раз уже хочу посмотреть. Макс второй раз уже так вот кидает, и второй раз такая фигня. Да, ну он плохо, видимо, ее там это раздавил. Так, что-то котик, отойди лучше, она что-то это шевелится. Ну, ё-моё. Мы тут, походу, надолго. Ой, она надувается. Она еще надувается, котик. Страшно. Не, она не взорвется.
Она что-то раздулась, но почему-то не хлопается. Да не трогай, я сам! Я сам, убери! Ну давай, нажимай на нее. Погоди, только там она сейчас разойдется, погоди. Да мы тут что, до вечера будем, Максим? Уже вечер, он темнеет. Пойдем. Ну вот и все. Вон в мусорку иди выбрось. Капец. 30 рублей. Я так глупо 30 рублей еще ни разу не тратил. Ну, 40 такие покупаем. Мы уже приехали в Леруа. Быстро тогда, за секунду просто. Да-да, все свои дела, да, переделали. Чик-чик, и оказываемся там. Смотрите, какая тут красота. Тебя сфоткать? Возле давай. Попы оленя. Иди туда, с той стороны лучше встань. Ну давай. Давай. Сейчас подожди, камеру протру чуть. Да, пока горят, надо успеть сфоткать. Давай, смотри на меня. Нам нужно найти какие-то деревяшки. Мы пока не особо понимаем. Как не, именно нам... мы будем делать елку, поэтому... Нам надо идти, короче, прямо и направо. И сейчас мы здесь что-то обнаружим. Пока мы, да, действительно не знаем. Надо посмотреть просто, какие есть материалы. Эко-материалы нужны. Сейчас что-нибудь, давай вот здесь вот посмотрим. Нет. Такая нам не пойдет. Ну вот смотри, тоненькие. Вот смотри, кругляш. Зачем такую огромную-то? Ну я что, сделаю? Нет, вот смотри, вот есть маленькие. А вот смотри, есть тоже маленькие. Ну-ка, Максим, отойди. Всякие разные есть. Вот есть вот такие. На любой вкус. Смотри, какие ты нам показываешь. Кругленькую. Они по длине все такие. Ну вот можно такую маленькую кругленькую взять, а на нее будем уже как-то мастерить. Вот смотри, есть они вот три. Смотри, видят. Какие еще есть уголочки. Ну да. Получается, мы возьмем вот такую вот кругляшку и на нее будем как-то мастерить, да? Так а ее надо на что-то же поставить, эту кругляшку? Я знаю на что. Надо я еще какую-то дощечку. Так, тут может быть дальше пойдем, посмотрим, что там есть. Это сильно длинный, видишь, он и длинный, ты не нужен. Да, нам надо-то чуть-чуть совсем. Нам да, надо-то вот такую. Там, по-моему, от 20 до 40 сантиметров. Надо уложиться. Тут совсем уже какие-то. Не то, что нам надо. То, что нам надо, мы там прошли. Здесь уже прям... совсем. Для прям, строительства. Да, можно прям уже, знаешь, такую домой елку, да, построить прям. Но. Так, мы прошли чуть-чуть подальше. Здесь вот нашли еще вот такие вот коротенькие. Так это больше 50 сантиметров. Просто вот, смотри. Тросточка. Ну вот, я думаю, можно взять вот такую. Просто вот какая-то маленькая штучка, да, а стоит 161 рубль. А вот смотри, есть вообще малюськи. За 135 или за 37. Вот. За 35 либо 37. А мы зашли в новогодний отдел. А прикольно, тут такая, да? Красота. Я вот такие давно себе хотела. О. Фонари. Я себе такую давно хотела. Ну, вот классный Дед Мороз. Я с оленем. Максим, и что, не стоит так дорого? 2390, вот просто фонарь. Да он, ну, у нас дома, я даже знаю, что он у нас дома погорит. Сколько там? Один день. Ого, Максим там что-то достает большое. Хлопушка. Ничего себе, хлопушка. Вот это хлопушка, так хлопушка. Такую мне надо взорвать, чтобы я успокоилась. Какая красота тут везде. Вот, прям целая композиция. Сани, смотри, клевые какие.
А мы уже хоп и дома. Быстро, да, мы телепортируемся везде. То там, то там, то там, то там. На самом деле мы дома уже давно. Мы не стали ничего брать в Леруа. Решили, пропустим мы конкурс с елочками, чтобы уже нам не торопиться, да и время уже много. Вот. Будем отдыхать. Да, потому что сегодня времени и так уже, ну, мы просто физически не успеем. Будем до утра эту елку лепить, а еще ее нужно с утра привезти. И, в общем, ну, мы, в общем, не успеем 100%. Завтра еще и работы куча, завтра еще и пятница. В общем, будем мы на этом видео наше заканчивать сегодняшнее. Показалось, наверное, что мы вот проездили по магазинам и все на этом. На самом деле мы делали свои дела еще, кучу, много разных дел. Попутно. Коля успевали. Даже еще и поработать сегодня успел. Мы сегодня успевали сделать все попутно. В общем, вот так да. Вот как-то день такой насыщенный у нас получился, хоть и мы не все сняли. Видео будем заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.